Рядом со сквером Веречников Валентина Ласкина живет уже более полувека. Каждый год по старой традиции выходит убирать придомовую территорию вместе с соседями. Не исключением стал субботник и в этом году. На него жители вышли приводить в порядок уже новый обновленный сквер. По словам Валентины, таким красивым и ухоженным она не видела его уже давно. Сквер здесь был весь заросший. Тут раньше, когда рэп работал, здесь вот убирались, памятник был здесь. Сквер хороший был. А потом, когда рэп развалился, здесь заросли страшные были. А сейчас это чудо. Сквер Речников находится в микрорайоне Сухая Самарка, рядом с берегом реки. В конце 2020 года пространство благоустроили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В этом знаковом для речного флота месте появились новые спортивные объекты, яркое освещение, а также фонтан. Очень, скажем так, важно, что удалось оставить в этом месте фонтан. Он, конечно, уже немножко в другом виде. Здесь сухой фонтан появился, причем тематический в виде роза ветров, да, то есть чтобы вот подчеркнуть именно символизм места речников. Начиная с сегодняшнего дня, жители города могут принять участие в голосовании за 19 объектов благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно проводится до 30 мая. Отдать свой голос можно будет на сайте 63.городсреда.ру. Мария Левина, Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.